Чувак, свали. Меня нехило накрыло. Как будто я уже прожил этот день. Дежавю? Да. День начался заново, когда ты умер, да? Точно. Ты обратился по адресу. Я умирал 11 раз. Каждое утро я просыпалась, и все повторялось. Снова и снова в день моего рождения меня убивает какой-то псих в маске младенца. Выяснилось, что это моя соседка Лори. Я вышвырнула эту психопатку из окна, она умерла, и петля разомкнулась. Нынешняя версия моей жизни вполне ничего. Все нормально? Нет. О, проснулась. Я тут твои брюки берег. Вот б***ь. Чувак, так ты переспал за... Твою ж мать! Понедельник 18-е! Опять! Спасем планету! Все тот же гребаный день! Я думала, петля разомкнулась. Жесть. Теперь все иначе. Каждый из нас в опасности. Если ты не начнешь день сначала, они погибнут навсегда? Значит, мне придется умирать снова и снова, чтобы вас всех спасти. Короче, тебе просто нужно убить себя. Ты просто гений. Все лучше, чем бегать от психа в маске и думать о смерти. Ладно, хрен с вами. О, проснулась. Я буквально умираю, как хочу выяснить, в чем тут дело. О, проснулась. Как меня это достало. Ну иди сюда, гад. Опять маньяк в маске, Триш? Да чтоб я сдохла, хуже только растолстеть. Счастливого нового дня смерти в кино с 28 февраля.